Привет! Привет! Сегодня пятница, а это значит, что у нас игровой день. И мы сегодня снова проведем его у Xbox и приглашаем вас на нашу виртуальную кухню. Если вы любите играть, если вы любите готовить, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Пишите, что конкретно вам нравится в компьютерных играх, ну или на приставках. На Землю нападают какие-то неведомые существа, очень голодные. И нас с Варей, двух маленьких человечков, пригласил вот этот вот король Лук спасти ситуацию. Сейчас вы увидите, от кого надо эту ситуацию спасти. Кого нужно конкретно накормить до отвала. А сделать это будет непросто, потому что смотрите, какое чудовище в виде тюфтельки переростка. Тюфтельки. На каких-то... Макарошка. На каких-то макарошках с огромным ножом и вилкой, такими зубами. Ой. Вот это все нам надо накормить. Это ж сколько он людей может съесть? Давай мне капусту. Так, у нас там отображается, чего он хочет конкретно. И вот ты должна все нашинковать. Нашинковать. Да, а я должен тебе подавать ингредиенты. Я тебе уже нарезала. Прекрасно. Сейчас я ему прямо вот туда в пасть все и закину. На, получи. Одна проблема, у нас тарелка одна. На все про все. Но еще одна новость. Ее не надо мыть. Это да. О. Так. Ты это без работы, что ли, там бегаешь? Надо тебе побольше работы загружать. Ты не можешь сразу на тарелку класть? Можешь. Так, это у нас такой последний салатик, а потом он будет просить у нас исключительно капусту. Капусту. Пару раз он у нас так попросит. Ой, папа! Что такое? А ты не то. В смысле не то? Ты с помидором. Так а надо было или не надо было? Не надо было. Уже не надо было? Это я не подумавши сделал. Так. У нас еще 40 секунд. Ух ты. Ну ничего, мы успеваем, я думаю. Я не знаю, сказать ли всего лишь или еще ого-го. Не, ну учитывая, какие, какого рода салатики нам делать, в принципе... Давай, бери капусту. Времени навалом. Так... 176 монет мы уже заработали. Ну это монеты или баллы, я даже не знаю, что это такое. Давай быстрее, бери. Беру. И вот с помидорчиком дам ему, чтобы вкуснее было. Ну, он такое просит. Клиент всегда прав. 8 секунд, девочка. Ай. Не успеем. Король Лук утверждает, что все не так хорошо, как мы думали. Ну, с другой стороны, разве такую тефтелину накормишь? Поэтому... Это надо 100 лет ее кормить. Будем считать, что это просто была наша проверка. Да. А вот теперь мы начнем работать по-настоящему. Куда нас пошлют? Разумеется. А у нас пока пауза. Не забывайте поставить лайк, подписаться на наш канал, написать в комментариях, какое у вас самое любимое блюдо. У тебя какое? У меня пицца. Пицца. И причем она ее сама умеет готовить. Собирает ингредиенты, все вот это в печку. О, я вам скажу, такое получается. Так, король нам говорит, что у нас есть пару лет, чтобы поработать на кухне. Освоить, так сказать, все это. Пару лет? Да, на ремесло. А потом? А потом он бросит нас в настоящий бой. Кулинарный, естественно. А, на мастер-шеф? Наверное. Так. Что, через пару лет? Да. Нажимай. Итак, у нас все как в сериале «Кухня». Мы здесь добываем какие-то практически мишленовские звезды. Первое, что нам нужно сделать, это суп из лука. Из лука. Луковый суп. Настоящая французская изысканная кухня. Французская? Да. Так, ты мне подаешь, я режу. Вы знаете, что чтобы не плакать, когда режешь лук, нужно есть жвачку? Да. Это мы узнали в сериале «Кухня». Очень любим его смотреть. Очень. Очень. Да ты наизусть уже там, наверное, все знаешь в этом сериале. Не все. Еще не все. Проводит все время возле него. Так,
Тут важно, чтобы еще этот супчик у нас не сбежал. Он может не только сгореть, но еще и подпалить нашу кухню. Ай. Давай договоримся, ты идешь поверху, так сказать, а я буду бегать понизу. Так, и вот он нам намекает, что нам теперь нужно еще и мыть посуду. Ну, пока у нас есть одна тарелочка. Опять мы не так немножко, но не важно. Уйди, я тебе даю. Ну, я же тоже хочу поработать немножко. Что ж я только сижу и рубаю этот лук и плачу, наверное. Нет, я жую жвачку. Вот так вот, ребята. У тебя суп горит. Алло, маманя. Маманя, я маманя. Ну, чуть-чуть. На, я тебе дала суп. Чуть-чуть было у тебя не сгорело все. Ой, куда я пошел? Нам же не туда. Товарищ. Посуду мой. А я же собираюсь. Хотел вторую тарелку взять. Он только принесли. Только я забрал эту, принесли ту. Мне нужна тарелка. На, тебе тарелку, на. А мне нужно порубать еще. Да, суп никуда не денется. Суп здесь не остывает, поэтому можно его принести потом. Никто ничего плохого нам не скажет. Через несколько лет? Нет, лет нет, конечно. Тут ограничение во времени. У нас осталось еще 1 минута и 20 секунд. Так, тарелочки уже две. Это гораздо лучше. Уйди, пожалуйста, не мешай. Тут... А, тарелка. Тарелки. Дай тарелку. Срочно. Забирай. Оп. Ой, не туда. Что ж надо а это... А нажимай Б, чтобы быстрее бегать. Б. 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 Это суперскорость. Что-то мне... А, я не на то нажимаю. Ну, надо же сориентироваться еще. У тебя там сейчас гореть начнет. Не начнет. Так, 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 так. Луковица наша. Наш лук. 30 секунд. Мы еще, может, один еще успеем. Хотя у нас же да. Тарелок нет. Не знаю. Давай тарелку помоем. Да. Тарелка тебе дана. Спасибо. А, у нас суп горит. А, давай, 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 давай. А все, мы уже не успеем, 10 секунд. Ну ладно, уже достаточно, 116 баллов мы с тобой набрали. Этого вполне достаточно для того, чтобы пройти на следующий уровень. Мы сейчас посмотрим, сколько звезд заработает наш ресторан, наш первый ресторан. Мы зарабатываем 3 звезды Мишлена. А, молодец. Ага. Ха-ха. Партнер, мы команда. Так, поехали дальше. Следующий уровень у нас будет в городе. В городе? А мы сейчас были в какой-то деревне? Ну, в такой, такая пригород, скажем так. Там какие-то были электрические ветряки. Так, нам теперь нужно делать... Ты мне давай, я буду резать. Томатный. Чили я режу. Томатный суп нам надо делать. Это не борщ, потому что мяса нет. Это такой гаспачо. Испанское блюдо будем считать. Да? Да. Ох, а у тебя, тебе надо этой, этих помидорок много. Гаспачо. Гаспачо, чтобы делать сейчас еще одну. Вот эти суп дала. Прекрасная новость. А я тебе несу третью заготовочку. Это суп. А супчик я уже, да, отнес. Ваш суп, господа. Так, теперь надо им луковый. Следующее. Я тебя сразу сюда на дальний фланг отнесу. Дай мне тарелку. Тарелку тебе дать. Ой, блин, я не успеваю. Так, 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 так. Все, я забрал. Труффальдино из Бергамо. Смотрела фильм? Не. Ой, там интересно было. Он носил еду сразу двоим своим господам. А ой, это было вообще. Надо как-нибудь посмотреть. Папа, мне нужны тарелки, дай мне тарелки, я буду их мыть, дай мне тарелки, мне нужны тарелки. Я слышал, зачем мне 20 раз повторять, вот скажи мне. Так, помидорки, помидорки, поехали. Так, так, так. Луковицу придется убирать, наверное, куда-то. Помидорки, поехали, два. Лук, ковырь.
Так, как луковый? Сейчас тебе нужен помидор? Я тебе давала. А, нет, то, что ты мне дала, это хорошо. Ты будешь резать, что ты бегаешь? Я резаю. Так, нам дали тарелку. Пока ты там моешь. Ну, эти люди, они, конечно, мешают. Хорошо, хоть машины еще не ездят. То был бы номер, конечно. Так, я начинаю мыть посуду. Вот тебе. Там рядом между кастрюлями поставь. Ну что ты? Так, 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 так. Я тебе суп дала. Прекрасно. Прекрасная работа в команде. Итак, 66 баллов мы уже набрали. Это... У нас есть 1 минута 40 секунд. Ну, значит, успеем. Нужно, надо еще набирать, еще быстрее. Еще быстрее работаем. Так, две луковицы у тебя есть. Вот одна, там на столике стоит вторая. На какое-то время тебе работы хватит. А я побежал мыть посуду. Да ладно, поставила ты этот суп. Ничего не да ладно. Вон, смотри, у тебя еще луковица есть. Все, я тебе помог. Спасибо. Пожалуйста. Между тем у нас еще один заказ на еще один луковый суп. Луковый суп – французское национальное блюдо. Мама его наша заказывала в Париже, когда были мы пару лет назад. Когда ездили в Диснейленд. Наверное, вы уже видели это видео наше. А заказывали мы, кстати, суп в кафе, в котором снимался фильм «Амели». Если еще это видео не посмотрели, обязательно посмотрите. Очень интересное место такое. Атмосферное, киношное. Так, а мы продолжаем. Продолжаем здесь клепать эти луковые супы. Со страшной силой. 20 секунд остается. Надо успеть отнести еще вот эту тарелочку. Надо успеть помыть тебе, принести тарелочку. Не успеем. Не успеем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опуск. 3. Набрать успел, а добежать уже нет. Извините. Ну, тоже неплохо, я считаю. Надо 150, а у нас 106. 106, да. Две звезды маловато будет. Ну, ничего. На следующий уже уровень прошли? Прошли. Ну и прекрасно. Теперь, ух ты. Это что, озеро? Это море. Мы будем на пиратском корабле. Ух ты. Рыбу будем делать. Рыбу? Ну, может. Не опять супы. Только еще грибовый суп добавить. А откуда они на корабле у них брать им? Так, я красный же, да? Да, красный. Давай, строгай. Ой. А что ты там? Тут на, я тебя настрогал. Ну тут меньше бегать приходится. Тут видишь, не надо обходить ничего. Где там супчик подгорат? Нет? Нет. Прекрасно. Куда? Ставь. Ух, ничего себе, это что такое? Качка? А на море ка. Ой-ой-ой-ой, у нас там сейчас супчик сгорит. Не сгорит. Так. На тебе грибочки. Грибочки. Рыбосечки. Так, три томата. Надо успеть. Оно ж, наверное... Да-да, поставь сюда, мамуля. Ну куда ты понесла? Ну что ж ты, иди. Твоя задача уже резать следующее. Ай, я успел. Резать следующее. Оп. Оп, молодец. Так, забираю вот эти два, а я пока режу. Все, нашинковал я тебе тут все, что можно. Теперь у нас грибочки. Извините, не туда поставил. Все, ты тот шинкуешь, я этот. А там у тебя еще супчик, да? Давай, сейчас я тебе тарелку дам. Тарелки хоть мыть не надо, уже хорошо. Все облизывают. На. Ну так вкусно готовим. Че, я тоже супчики такие. Ух. Ай, ай, ай. Нет. Я... Прекрасно. Вот кастрюлька теперь стоит очень неудачно, я тебе скажу. Очень. Давай, ты берешь помидоры, а я поправляю кастрюлю. Куда ты? На. Ай-яй-яй-яй, ну ладно. На. Да зачем ты их, вот зачем ты их здесь складываешь, а? Давай, команда, соберись. Шинкуй, шинкуй. А что шинкуй, уже все. Давай.
Вари. Котелок, вари. Нет! Адам, вот наверх зайди на один шаг, зайди наверх. Вот и все. И вот ты уже спряталась. Уже в домике. Где я в домике? Так, дверь себе. Открыта только. Да, горит же ж уже. Ну, подгорает в смысле. Все, поставь, оставь. Беги уже. Беги, Лола, беги. Так. Еще одну тарелку дадите уже, а нет, сразу, нет. Ну нет, так нет. Подумаешь. Дали. Дали? Да. А уже не надо. Ой. Суп! Суп давай, сгорает. Тарелки дайте. Что, нет тарелки? Сейчас дам. Сейчас, стой, никуда не уходи. Я никуда не ухожу. Я же их тут подготавливал просто. Я пока не буду трогать ничего. Да, поставь. Все, иди он. Я там работаю навалом просто. Просто навалом. Положить нарезанный лук в тарелку и порезать еще один лук. Все. Ну ничего, это тоже работа. Вот эти, глянь, сколько всего уже нарезал. Тарелку сейчас дам. Что горит? Там уже горит. Не горит. Горит, не горит. Так, готово. Какие-то ядра летают. Это там у тебя такой суп, да? Нам нужен теперь луковый. Не, можно этот. А, ну, уже, давай. Там уже все равно время. Я не успею, я не успею. Ай-яй-яй, я вот это вот тут, конечно, замешкался, 128. Ну, все равно шансов не было, у нас 200 надо набрать было. Ну, как вам игра, ребятки? А если нравится, ставьте лайк обязательно. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте наше видео. Я, например, люблю, кстати, делать пирог с яблоками. Как-нибудь вас научу. А еще мы делаем классную панакоту. Боже, это что? Это бургеры. Так, мясо берем, отбиваем, жарим в булку. И... О, это тут целый процесс. А тут какой маленький проемчик. Проемчик, это сейчас мы должны с тобой в него помещаться. Так, тут нужно вот это. Главное жарить, как я понимаю, долго. Булку я взял. Все, не трогай булку. Булку взял. А это тех. Не помещаемся. Не помещаемся. Ты там стой, стереги уже. Так, а второй будет просто булка, а в нем мясо. Поэтому я тебе булку вот отложил с краешку. Так, мясо надо уже жарить. Следующее. И вот это еще возьмем. И тоже нашинкуем. Ой, а что? А, ну да, все нормально. Просто там сковородки не было вообще. Тут тоже надо мыть. Тут надо мыть? Да. Ой-ой-ой. А мойка бог знает где. У тебя там. Да. Так, и теперь у них бургеры не простые, а какие-то... Золотые. Ну, не то, чтобы золотые, но... Куча всяких ингредиентов. С помидорчиком. Да то, что помидорчиком, это еще ладно, это все пока нашинкуешь. Куда ты унесла? Что, уже кто-то просил такой обычный? Да. Ух ты. Помидор надо нашинковать. Что ты стоишь, а? Ну вот, вот когда я сказал, что ты стоишь, ты понеслась в коридор. Вот как с вами не ругаться, а? Дамочка на кухне. Дамочка на кухне. Мне правда же говорят, что когда две хозяйки на кухне, это плохо. А тут хозяин и хозяйка. Это, наверное, больше даже. А что хозяин и хозяйка? Ну я же мальчик, а ты девочка. А в чем хозяин и хозяйка? Чего так? Ну потому что, ух, я же шеф-повар. Я тебя подталкиваю. Да зачем ты меня подталкиваешь? Давай ты лучше... быстрее. Да бери он лучше мясо, сгорит сейчас. Куда-нибудь его. Да просто вот сюда закинь. Закинь. Оно в этой игре не обязательно компоненты выкладывать вот как надо. Как в жизни. Тут достаточно просто все сложить. Булочку! Давай, забирай булочки. Булочку!
булочку с корицей. Давай, ты булки собирай, а я буду уже тогда шинковать, потому что нам... Шинкуй! Потому что нам тут надо и помидоры, и зелень. Все, я взял зелень, ты забирай помидор. Помидор. Вот, здесь забираю, ага. Я уже готовый. Следующий, такое же. Понакидала мне тут. Я не успеваю. Все, мы не успеваем. Мясо еще есть? Мясо. Еще один, одна булка с мясом. А, еще одна булка с мясом есть? Ну, сейчас, ну, так ее просто сдавай, там есть тоже, просят такую. 176. Ого, так может мы до 200 добежим? Только у нас тарелок нет, мамуля. Вот, то есть абсолютно. Сколько тарелок надо помыть? 27 секунд. А почему нету этой? Одну я забираю у тебя. Забирай. Все, и ты ко мне не подходи даже. Ты там мойся спокойно. Ай-яй-яй. Мойся. Мойся спокойно там все. А? 20 секунд. 9. Не подходи ко мне. 9 секунд. Фух. Фух. 202. 202. Мы перевалили 2. И мы получаем 3. Ну давай 3. 280. О, надо 280. Тут у нас пока не получается со звездами Мишлена, но ничего, ничего. Это какой был уровень? 4. Все, идем на 5. 5. 5, наверное, будет последний сегодня, завершающий. 5 уровень. Если нравится, вы ж помните. Лайк! Угу. Давайте. Мы ж проверим все. Кто до этого момента вообще досмотрел. Так, и вот здесь чего-то у нас интересное будет сейчас. Опять супчики, но маленький проемчик. Значит, вот да, вот так вот и двигаемся. Нет, лук нужен. Лук, и ты идешь, к дальней идешь, да. А я иду за тобой. И рубаю. Ты кидаешь в первую, правильно. Я кидаю в первую. Ну, мы как команда вообще пашем. Теперь ты дожидайся, когда он будет готов. Все, разливай. Ай. Помидоры бери. Ты куда пошел, мамуль? Вон. Помидоры бери. К дальней же говорю. Тут еще и мыть надо. Ну, у нас пока такая проблема не стоит. А зачем ты еще один помидор взяла? Вот скажи мне, нам же уже все. Ой. За грибами. Это мы за грибами ходили. Ну ладно, помидор еще один пригодится когда-нибудь. Помешала. Кто? Кто? Ты. Тебе же говорят, двигаться против часовой стрелки. Ты мне такого не говорил. Горим, не горим. Все, ты идешь и опять берешь грибы. На дальнюю, правильно. Так, я собираю тарелки и мою. Где мыть? Вот здесь. Так. Далеко поставил. Сейчас ближе поставлю. Горим. Нет, не горим. Горим, не горим. Так, ты с грибной сделала, теперь нам томатный следующий будет. У нас уже одна есть, вот вторая, ты несешь третью. Опять следующий томатный, предупреждаю сразу. Это относишь и несешь томат. Моешь там? Мою. Мой. Потому что без тарелок плохо. Так, 3 помидорчика я все сделал. Столько это надо все закинуть в кастрюлечку. А я лук шинкую. Правильно, давай, ну, так возвращайся. Да все уже так возвращайся, как есть. Ой.
Тарелка еще одна у нас есть. Побежали дальше. Опять лук. Да. Беги! Суп! Ой-ой-ой. Ставь, ставь его, ставь. Ой, нет, не ставь. Вот теперь ставь. Все, бегай отсюда. Я суп завершу. Ну, я вам скажу, это непростая работа. А если бы это еще и было все по-настоящему, я вообще не представляю, как. Да ну что ж такое. Я супы не умею делать. Супы я умею делать. Я умею делать польский суп журек. Его делать, конечно, долго, но вкусно. Ну, если по правилам, то его делать 3 дня. То есть мы в ресторане, и мы 3 дня будем одному клиенту готовить? Ну, нет, делается закваска, а потом уже все остальное. Закваска делается 3 дня, а супчик делается за 2 часа. С уже готовой закваской. Все, нам не успеваем мы больше. Я один суп. 148 баллов мы набрали, и это, ну, пожалуйста, пусть это будет 3 звезды. Ну, друзья, ну и на этом, наверное, на сегодня все. Если вам понравилось это видео, мы обязательно запишем продолжение. Тем более, что здесь есть еще и соревнования, где мы будем... моя команда будет бороться с командой Вари. И это должно быть интересно. Если вам нравится наше видео, подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. Обязательно, мы проверим. Пока! Пока!